митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил вечернюю в храме в честь святого праведного Семена Верхотурского города Екатеринбурга. После завершения службы прямо в Доме Божием состоялось пение рождественских колядок, прославляющих приход в мир Спасителя. За богослужением митрополит Кирилл обратился к собравшимся со словом назидания, поздравив всех с Рождеством Христовым и преподав всем архипастырское благословение. Бог – абсолют. Бог – это все то, что гораздо лучше, чем мы можем себе представить. И вот для того, чтобы в этой жизни его принять, человек должен переступить через свою гордыню, через свою суету, через свою немощь, через свою лень, а просто сделать какой-то шаг навстречу Богу. И тогда Господь сам протянет ему свою божественную руку помощи и поможет ему найти это место в той тишине божественной, которую каждый из нас желает в жизни получить. После службы прихожане еще долго не уходили домой. Все слушали рождественские песни. Духовенство Екатеринбургской епархии поздравило местных жителей с Рождеством Христовым, исполнив для всех присутствующих несколько колядок этих удивительно простых, но очень светлых песен. Тут ангелы чудятся, рожденного боятся, аю стоит трясется, осень мирно пасется, пастыри клячут, или Бога мачут, тут же. Душа радуется в эти святые январские дни. Все проникнуто тихой радостью, поет сердце. И даже сам митрополит Кирилл принял участие в праздничных песнопениях. Чуть звонят колокола, Господа рождение, славят дети села, долетает пенье. Славят дети села, долетает пенье. Месяц поднял острый рог, звезды заблестели. На земле родился Бог, шепчут звездам ели. На земле родился Бог, шепчут звездам ели.